Мужчина упал с большой высоты в дикой местности и получил серьезную травму. Бедолага не мог встать и отчаянно звал на помощь, но на его крики из леса вышел большой медведь. Путешественник Джордж Феллон предпочитал отправляться в странствия в одиночку. При этом мужчина предпочитал сложные, почти экстремальные маршруты, от которых у него захватывало дух. В тот день Джорджу предстояло пройти по высокому холму с крутыми склонами, с которого открывался чудесный вид на равнину и озеро внизу. Опытный путешественник уверенно начал восхождение по крутому склону, когда примерно на середине пути его нога неожиданно соскользнула с небольшого камня. Мужчина попытался ухватиться за ветку ближайшего дерева, но та треснула под его весом, и Джордж кубарем покатился вниз. Из-за приличной крутизны склона путешественник никак не мог замедлить падение и несколько раз больно ударился о выступающие острые камни и корни деревьев. Когда Джордж наконец оказался без движения на земле, то с облегчением выдохнул, так как боль от большого количества ударов о камни казалась просто невыносимой. Джордж потерял сознание, но через какое-то время вновь очнулся. При этом у него безумно болела голова, а перед глазами все было словно в густом тумане. Немного придя в себя, путешественник попытался встать, но тут же рухнул на землю, так как его правая нога совершенно не слушалась и дико болела. Также мужчина чувствовал, что он сильно травмирован и, похоже, вывихнул левое плечо. А сильная головная боль никак не хотела проходить, что было очень плохим признаком. Кроме того, до Джорджа внезапно дошло, что он находился на приличном расстоянии от обычных туристических троп, так как этим сложным маршрутом мало кто решался ходить. Путник сразу потянулся в рюкзак за своим телефоном, но тот при падении был сильно поврежден и наотрез отказывался включаться. Мужчина едва не заплакал, а затем начал кричать и раз за разом звал на помощь, но на его мольбы никто так и не откликнулся. Джордж кричал, пока у него не сел голос, но он все равно не сдавался и что есть сил продолжал хрипеть, надеясь, что хоть кто-нибудь его услышит. Когда солнце опустилось за горизонт, мужчина прекратил свои тщетные попытки и лишь без сил лежал на земле. В этот момент Джордж заметил в кустах какое-то шевеление. Его сердце заколотилось в слабой надежде на спасение. Однако вскоре мужчину ждало не только полное разочарование, но и настоящий ужас, когда из зарослей появился огромный гризли. Джордж понимал, что нужно встать, замахать руками и закричать во все горло, надеясь, что это отпугнет незваного хищника. Вот только у путешественника не было ни сил, ни возможности этого сделать. Поэтому единственное, что ему оставалось, замереть на месте и притвориться спящим. Медведь подошел к человеку, наклонил свою большую лохматую голову и тщательно его обнюхал. На теле Джорджа было полно мелких ран и царапин, поэтому он прекрасно понимал, что животное учуяло запах его крови. Только медведь, похоже, не собирался сразу нападать на беззащитного человека, видимо, чувствуя, что тот не представляет для него абсолютно никакой угрозы. Вместо этого хищник несколько раз ткнулся своим большим влажным носом в тело Джорджа, который едва не завопил от дикой боли, когда животное надавило на его травмированную ногу. Медведь еще некоторое время покрутился вокруг раненого путника, а затем также неожиданно скрылся в лесной чаще. Джордж вздохнул с огромным облегчением и почти сразу провалился в глубокий болезненный сон. Мужчина проснулся, когда уже взошло солнце, и почти сразу снова начал звать на помощь, понимая, что долго в одиночку он здесь не продержится. В этот раз путник наконец был услышан. Вот только результат оказался совершенно не таким, как он ожидал. Прямо перед ним из леса вышел тот же самый гризли, который держал в своей пасти приличных размеров рыбину. Медведь подошел к беспомощному человеку и бросил свою добычу прямо ему на голову. Внезапно Джорджа осенила потрясающая мысль. Хищник не собирается его убивать. Наоборот, он пытается ему помочь и даже накормить. Мужчина с благодарностью взял сырую рыбу, хотя он и не собирался ее есть. Хищник одобрительно посмотрел на бедолагу и вернулся в заросли. А Джорджу удалось разглядеть, что перед ним была самка. Вот только ее детенышей нигде не было видно. В голове мужчины даже пронеслась странная мысль, что медведица помогала ему, движимая материнским инстинктом и желанием позаботиться о раненом, беззащитном создании. Когда медведица вернулась в лес, Джордж снова начал звать на помощь, так как с момента его падения прошло уже более суток, а супруга путешественника, которая знала примерный маршрут его передвижения, уже должна была вызвать спасателей.
И действительно, спасатели вместе с обеспокоенной супругой путешественника уже прочесывали лесной массив. Вот только они были еще далеко от того места, где лежал раненый мужчина. Тот же самый гризли внезапно появился перед спасателями, заставив их закричать от ужаса. Лидер отряда первым понял, что большой хищник не собирается нападать на них и словно пытается привлечь внимание людей. Затем медведица не спеша двинулась в лесную чащу, а люди осторожно пошли за ней следом. Через некоторое время поисковая группа услышала приглушенные крики Джорджа о помощи. Медведица окончательно скрылась в лесной чаще, а люди без промедления направились к источнику звука. Несчастный Джордж был безумно рад увидеть свою жену в окружении спасателей, которые так быстро пришли ему на помощь. Раненый путешественник в очередной раз потерял сознание, а группа вызвала спасательный вертолет и доставила пострадавшего в больницу. Джордж пришел в себя уже на больничной койке, а рядом сидела его супруга и держала мужчину за руку. Женщина сказала мужу, что у него была сломана правая нога в трех местах, вывихнуто левое плечо, а также было сильное сотрясение мозга. Но, к счастью, обошлось без кровоизлияния. Однако настоящим шоком для Джорджа стала новость о том, что спасатели нашли его только благодаря той самой медведице. И он еще долго не мог закрыть от удивления рот. Мужчина полностью восстановился через пару месяцев и вскоре вернулся к своим экстремальным пешим прогулкам, каждый раз вспоминая ту загадочную медведицу гризли, которая по какой-то только ей ведомой причине спасла ему жизнь и буквально стала его ангелом-хранителем.